Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы подписать меморандум, подписать соглашение с платежной системой МИР о том, что мы предполагаем приобрести 2 миллиона карточек платежной системы МИР, которые содержат российский чип производства компании «Микрон». Вот, мне кажется, очень позитивное и важное для страны событие. Несмотря на краткий период, большой путь и в становлении платежной системы МИР, и во взаимоотношении с нашими партнерами, в первую очередь это банки, это технологические партнеры. И на сегодняшний день платежная система МИР, она действительно развивается быстро, это уже более 26 миллионов карт выпущено всеми нашими банками-партнерами. И здесь для нас, наверное, не столько даже важно количество этих карт, сколько то, что эти карты действительно становятся популярны. Первая партия 400 тысяч карт Почта Банка с российским микрочипом уже направлена в регионы присутствия банка. Обладатели карт пользуются ими активно и бесперебойно. И разгуляться с новыми картами МИР от Почта Банка будет где. Почта Банк сегодня — это один из крупнейших российских банков по зоне покрытия. Мы работаем от Владивостока до Калининграда и от Кавказа на юге до самых северных территорий. И естественно и логично то, что основной карточкой Почты Банка является карта МИР. Для нас это очень важное событие, достаточно большая эмиссия. Ожидается, что за первое полугодие 2018 года более 2 миллионов карт Почта Банк собирается имитировать национальной платежной системой МИР. И для нас это определенный новый заказ на производство микроконтроллеров под банковские карты. То, что это российский чип российского производства, то есть полностью весь цикл и разработки, и производство и сборки осуществлен в Российской Федерации, отвечает национальным вопросам технологической независимости и безопасности государства. Чип компании «Микрон» является сертифицированным в платежной системе МИР. Он прошел все необходимые, в том числе и международные, оценки по безопасности, по функциональности. И уже этот чип на рынке появляется. Это очень и очень хорошо. Действительно, российское — это иногда на самом деле значит знак качества. Мы должны гордиться все-таки тем, что мы пользуемся российским. Как бы это сейчас ни звучало с таким вот действительно привкусом скепсиса, но могу вас заверить, в части банковских услуг, мобильных приложений, разработанных российскими в основном программистами, и теперь уже в части российских микрочипов, мы не то что там не отстаем от мира, а зачастую мы его обгоняем. Ну и чтобы не быть голословным, Дмитрий Руденко тут же оплатил праздничный торт своей картой Почта Банка с российским чипом прямо в присутствии журналистов. Помимо выпуска карт МИР с российским чипом, стороны договорились о проведении ряда мероприятий, чтобы проинформировать граждан о возможностях карт национальной платежной системы. Напомню, в планах Почта Банка выпустить более 2 миллионов карт в течение первого полугодия 2018 года, а до конца будущего года количество карт по плану превысит 4 миллиона. Наблюдали за новым стартом и, возможно, стали свидетелями исторического события. Юлия Нагорная, Сергей Мажаров, Банки ТВ.